рассмотрим обновление системы через облако или при помощи трех точек меню. Здесь у нас телефон Mi 6, Android 8 версии, MIUI 9.2, 9.2.3.0. Стабильная прошивка моя. Итак, меню трех точек находится в правом верхнем углу. Проверяем обновление системы. Обновление системы у нас стоит последняя прошивка. Вверху есть «Скачать полную прошивку». Это вы можете скачать полностью прошивку, последнюю, которая существует для вашего телефона. Проверяем, автозагрузка у нас включена, можно отключить. Здесь же можно будет перейти в режим «Recovery», перевести аппарат. Для этого ему понадобится перезагрузиться, и при помощи дополнительных программ вы можете установить прошивку. Можем ознакомиться со списком изменений, то есть последние изменения прошивки, что они внесли нового, что поменялось. Ну и опять же, в проводнике мы можем выбрать уже скачанную заранее прошивку, которую аппарат проверит, и после того, как проверит, если даст добро, то установит на ваш телефон. Вот, в принципе, и все.